Привет всем поклонникам трэша нашего. Вот хочу показать вам на обзоре. Сегодня у меня компакт переиздания 21 года и два винила. Первый раз увидел свет альбом в 93 году. У нас он вышел на лейбле Ritones, SNC Studio. Звукозаписи записала. И выпустили они тогда на виниле лимит 1000 копий всего лишь. Ну и там переиздавалось всякое. Винилы переиздавались. Было даже неофициальное издание. Ну вот сегодня на обзоре у меня вот так вот. Это у меня получается компакт. По первым предзаказам шел в комплекте такой мини-постер компакту. На одном из сайтов вычитал, что это идет промо-версия, как бы я так и не понял, правда, но сколько не смотрел, все идут компакты черной коробочкой, вставкой, у меня с белой, и он шел с плакатом, таким вот, мини-постер, он односторонний, так вот складывается, в компакт он никак не помещается, он просто был вложен к компакту. Я сразу вместе заказывал. Ну, там уже давно нету ничего этого. Через одного посредника. Так что точной информации правильно не знаю. Но на одном из сайтов вычитал, что это как бы белый корпус. И с плакатом первые шли промо-версии. Хотя здесь никаких значков обозначения об этом я не увидел. Вычитал, искал. Больше нету. Но на одном из сайтов каком-то промелькнуло, что первые идут промо-версии. А все остальные идут обычные, без постеров. Идут черной вставкой. Ну, вот сейчас хочу показать вам. Давайте посмотрим тогда. Так, плакатик мы увидели. Вот так вот он выглядит. Компакт. Полиграфия хорошая. А здесь у нас тоже та же картинка. На задней обложке идет у нас, видите, альбом сразу и на английском обозначение. Плюс идут два бонус трека. На винилах бонусы не шли. Шли только на некоторых переизданиях компактов. Там какой-то диджипак выходил, еще был переиздание России. Там были бонусы. Еще какой-то выходил с одним, кажется, бонусом. В 21 году выпустили они уже с двумя бонусами. Видите, не ремастированы. Переиздание SNC Records. 18 мая 92 года. Вот видите, художник Сергей Гультаев. Ну и вся информация. Аспид 0 MR068. Обозначение стандартное, как и у переиздания 21-го черным. Вкладка я смотрел. То есть как бы ничего отличия нету, только в коробочке в этой вставке и плакате. Сейчас открою, покажу дальше. Так, кулечек снял. Ну, они не запечатывались изначально так. Вот так они и шли, и винилы тоже так же самое идут. Вот такая вот у них запечатка, клейкая лента, с другой стороны все упаковка такая. Так, смотрим компакт ближе, уже тут без клееночки, ну все то же самое. Так, 3 идет вот так вот оно у нас. Буклетик давайте посвящает памяти Василия Шаповалова. Видите, 4 месяца 21 году его не стало. Компактик. Давайте буклетик сначала посмотрим. Буклетик небольшой, кажется, на 8 страниц. Первое идет у нас тут фотографии, тексты песен. Можно слушать, подпевать. Посредине у
нас фотография идет. Тоже идут тексты, фотографии. Ну и задняя сторона такая вот. Сам компакт, видите, идет такой блестящий. Metal Race Records, Metal Race Comp. Ну, кстати, надо посмотреть на этом сайте, уточнить эти моменты. Здесь все, вот у нас просматривается, да. Аспид, кровоизлияние, МР-068, обратная сторона. Ну, да. Сейчас посмотрим. Да, аспид, кровоизлияние, МР-068, штрих-код. И все, FFP я что-то не вижу никакого. Надо смотреть с черной вкладкой. Интересно, как там изнутри. Такой же. Ну, вот так вот. Компакт звучит отлично. Мне очень понравилось. Винилы не вижу смысла гонять, это больше для коллекции, жалко. Компакт играет прекрасно. Так, первое посмотрим. Это у нас уже пересдала Machine Records MASH LP 095. То есть почему-то так. SNC сейчас выпустил еще в 2021 году на кассете вот это издание. Ну, мне кассету не удалось достать. Так бы показал. Достану, покажу отдельно еще. Так, баркод, аспид. Тра-та-та. From 90 Russia, да. Смотрим обратную сторону. Machine Records. Здесь у нас уже бонусы не идут, как на компакте. На компакте есть бонусы. Опять же, смотрите, здесь кровоизлияние 7-17 секунд, здесь 18 секунд. Здесь 10, тут 12 секунд, 5-12. Видите, время не совпадает по чуть-чуть. 36, тут 40 между компактами. Ну, может, между песнями из-за этого. Так. Здесь у нас уже пишется, что переиздание 21 года Machine Records. Ну и, в принципе, Metal Race тут, в принципе, все одинаково. Смотрим, что у нас здесь с обратной стороны. Отличаются чем они красные. Ничем. В Эстонии отпечатаны. Идентично все, я смотрю. По обложкам. Вся разница в этой наклейки получается. Здесь Edition Red Vinyl, а здесь просто Black Edition Limited. Так, на черном виниле вышло 200 копий, на красном вышло 50. Один товарищ писал, что это переиздание, конечно, ну как, у него есть первое издание, и есть вот это, он взял переиздание, он сравнивал по звуку, то сказал, оставлю я себе
все-таки первое издание. Ну, оно видно и по духу ближе, и как бы понятно. Я так понимаю, человека оно очень давно, поэтому я тоже не расстался с первым изданием. Это, ну, хотя, пускай бы лежало. Знаете, со временем уже начинаешь себе и по несколько изданий хранить в коллекции. Даже многие не распечатаешь и не слушаешь. Достаточно вот компактно. Все остальное. Так, ладно. Давайте сейчас открою, покажу, как внутренности на черном для начала. Что там у нас внутри. Так, открывается вот так вот. Клейкая лента видно, да? Вот мы достаем. Что у нас там внутри? Достал я. Смотрим дальше. О, там еще какая-то у нас рекламка внутри. Так, вытянул. Больше ничего. Внутри белый пакет. То есть белый конверт. Так, ну, это буклетик у нас. Что у нас тут? Выпустила Машина Рекордс. Обычная рекламка, не считая ее комплектностью. Так, идет у нас пластинка, идет в белом таком конверте. Слава богу, есть пакетик статики внутри. Идет вкладка, смотрю, ага, с фотографией. Вот так вот. Товарищи музыканты. Тексты песен, ля-ля-ля. Ну, и опять же, посвящается памяти Василия Шаповалова. Ну, я думаю, это не он, не знаю, кто это. Интересно, кто это, кого это они сюда прицепили. Надо читать. Так вот, сейчас покажу пластинку саму. Черненькая. Так, вот достал пластиночку. На ней, как всегда, куча бумаги налипшей. Это стандартная тема. Так, Аспид, машина, интро. Смотрю, интро обозначено, здесь обозначено. На некоторых, я смотрю, не обозначается почему-то интро. Так, Маш. LP 095A 2CM. Что у нас здесь по кругу? Ну, понятно, то, что сзади на обложке Рекордс, Россия, ля-ля-ля, все дела. Репродукцион. Made in EU. Маш 096 или 5. Так, обратная сторона. Та же тема. Матрица. Видим. Маш LP 095B. 2CM. Все. Ну, вот так выглядит черный. Сейчас покажу красный. Так, вот достал красный. Открыл, точнее. Сейчас покажем, что у нас там внутри. Походу, все идентично. Достаем. Так, достал. Ну, и тот же буклетик, я думаю, его смысла доставать нету. Мне интересно. Так. Вкладка такая же, не красная. Ну, идентично, понятно. Не заморачивались. Я думаю, можно было бы что-то чуть-чуть как-то поинтереснее оформить. Короче, все то же самое.
отличие в наклейке и в самом виниле. Тут он какой-то у нас такой густой, густой, как загустевшая кровь, красный цвет. Сейчас достанем, покажу. Так, опять же куча бумаги налипшей вон на нем. Ну, то мелочи. Так, пятачок идентичный. Все то же самое. Надписи, матрицы. Что у нас тут? Матрица, матрица, Маш 095А. 2ЧМ. Все, все одинаково, ребята. Вторая сторона. Та же пьеса. Эй, ты. Там, где ночь, ля-ля-ля, 2ЧМ. Маш LP-095B. Ну, ничего другого. Ну, масса другая. Пластиночки нормальные, грамм 180. Плотненькие, не гнутся. Как звучат, не знаю, не скажу. Ну, так что вот так вот. Все, ребята, спасибо всем. Что еще будет, покажу. Все, всем добра, пока.